военными борется, а борется с гражданскими. Ну а если предложит кто-то эвакуироваться, хотя бы детей, вы согласитесь? Ну я не знаю, или на Украину, или в Россию. Сейчас же вывозят, Да ну куда ж так это? Гуманитарные эти группы. Закрыто. Где все позакрыто? То есть получается вообще километра два до линии фронта, там же за посадкой уже. Тут все закрыто. Ни туда сейчас не выйдешь, ни туда не выйдешь. Все. Ну, хотели было раньше, а вот соседи все повыезжали. Но у них там родственники, у тех родственники, у тех, кто у кого родственники были, те все уехали. Но нам некуда. Ну приедем мы, ну сколько? Ну, месяц там нужны, два месяца. А дальше что? А приедем, тут все разрушено, разграбят все. Или что? Или мародеры тут будут лазить. Всю жизнь наживали, мы как-то тоже. Понятно. Ну вот верите, что все украинские СМИ как один твердят, что они не обстреливают город, а обстреливают сами сепаратисты. А что, я не свидетель? Сам не вижу, что это стреляют украинские. Я же свидетель. Ну. Что, я не вижу, откуда стрельба идет. Не с блокпостов же идет. Где-то блокпосты там возле, где-то, на выезде, металлист. Как на металлист, да? А получается, все сюда летят, все летит сюда. А летит вот отсюда, за посадок. Все вот посад или балка там, что там он. Ну, понятно. Ой, я не знаю. Наживали, теперь все разрушат.